Привет, друзья, меня зовут Настя. Сегодня я немножко фудблогер и хочу с вами поделиться своим опытом и впечатлениями об одной интересной компании. Эта компания называется HelloFresh. HelloFresh — это сервис по доставке продуктов для готовки. То есть это не доставка еды, это именно доставка продуктов готовых для приготовления еды дома. На Фейсбуке я нашла один пост, где девушка поделилась купонами на первую бесплатную доставку. Вот такая вот коробка мне обошлась в $1. $1 они мне зачарджили, наверное, за доставку. Эти ребята, это правда мое спасение, потому что они все присылают очень грамотно. Все по полочкам разложено, рецепты простые и занимают не больше 30 минут. Тебе не надо искать все продукты, которые тебе нужны для каждого рецепта. Все здесь, все готово. Все, что тебе нужно, это зайти на сайт, либо скачать application. И каждую неделю они тебе присылают выбор блюд. Насколько я помню, там 10-15 точно есть. Ты выбираешь, и они тебе все присылают. Заказала 2 блюда для 2 человек. Спустя 3 дня они мне прислали вот эту огромную коробку с едой, с рецептами, с продуктами. Эти ребята, они создали настолько какие-то простые условия готовки, как будто бы это просто конструктор, и ты этот конструктор собираешь и кушаешь правильную полезную еду. Так, и что же они сюда положили? То есть приходит такая коробка. Возьмем вот так, запечатанная, со льдом, со всеми инструкциями. Каждое блюдо упаковано в отдельный пакет. Например, это рыба, я покажу дальше. Точнее, не рыба, а все для приготовления этой рыбы. С сайдами, с салатом и биф. Вот рыба, выходит тоже инструкцию, как это выглядит, как это готовить, с картинками все. Это рыба, если я прочитаю, сплаки тампура тилапия. Она будет с зеленью. Пакетик shredded carrot. Это я пыталась понять, что это. Я думаю, это для обжарки рыбы, написано тампура, скорее всего, для рыбы. Рис. Имбирь. Сметана. И всякие соусы. И, собственно, сама рыба на 2 человек. Это филе тилапии. Дальше у нас пакет с биф. Также прилагается такая карта с фотографией, как это должно выглядеть, с ингредиентами всеми, с рецептом. Свежие грибы. Еще один рис. Кабачок. Лук. Имбирь, чеснок. Очень много морковки, как мне кажется, на 2. Хомяку тоже достанется. Ну, также соусы все нужные по рецепту. Вайн винегар. И фарш. Кстати, мясо выглядит свежим. Розовым. Рыба тоже свежая. Для меня это спасение, потому что все приходит в нужном количестве. Ясно, доходчиво, понятно, рассказано. Знаю точно, что я не потратила лишние деньги в супермаркете. Эти продукты не испортятся, мне не придется их выкидывать. И я уверена, это будет вкусно. Ну, это уже зависит от меня. Посмотрим, как это будет. Thank you.
посмотрели мое видео. Надеюсь, для кого-то оно будет полезным. Всем спасибо за просмотр. Пока!